Вышла на прогулку. Типичная наша погода. Мороз сегодня средний. Градусов, наверное, 26-27. Но полный штиль, безветрие. Редкие прохожие машины. И сугробы. В принципе, в нашем районе мало. И редко кто-то чистит, только сами. Дорогу, может, проедет какой-то этот... штука, которая их чистит. А так, конечно, не полная. Ну, классно вообще. Мне так нравится этот белый, чистый снег. Все, вот, короче, иду дальше. В принципе, только вышла. Мне еще 3 раза по столько же, сколько я прошла. Это получается как бы дома, где-то вот через частный сектор я хожу, где наша дорога основная идет в наш район. Там дальше уже вообще трасса.